Бросок с неудобной. Пономарев. Бросок с неудобной. Пономарев. Удобный. Пономарев сразу же с места в карьер. Видите, включает пятую скорость. И открывает. Удобный. Пономарев сразу же с места в карьер. Видите, включает пятую скорость. И открывает. Ну что ж, спутник теперь оказался в роли отыгрывающейся стороны. И это потребует от... Бросок. Шугап. Отбивает перед Зяблов. Бросал. И еще бросок с разворота. Выбранного плана, да, чтобы такие передачи делать. Так все чревато было потери. Рейд за ворота. Передача не так опасна. Бросок. Ох, какой момент. Какое активное общение на площадке. Подсказ. Вот это опасно может быть. И здесь не то вот... в своих соперников. Очень много силовой борьбы, я думаю. Опасный момент, бросок и гол! Я не ошибался вчера, когда говорил о том, что скорее спутник играет... По счету и 2-1, а вот это уже неприятно. Более-менее все ровненько. Ну и надо отметить, что спутник... Бросок Захаров. Гостей. Была... По статистике. Ох, опасно! Да, передача. Даже если речь идет о спаде, повторюсь, сделаю такую оговорку. Просто пока очевидно, что Толятин стал кипер ладьи, почему бы и нет. Бросок опять, видите, Захарову достается и добивание. Не реализовали численное преимущество, что характерно, гости из Альметьевска. Это 2-1, бросок. Результат, вот это обстоятельство сказывалось. Я вот пытаюсь проанализировать, что происходит так с ладьей. Пока, честно говоря, это будет все-таки как-то в более спокойной обстановке. Так. Все-таки в данном случае это лидеры команды. Вот так вот, видите, как силовую... Но опасно! Вот это хорошо. Удастся затолкать шайбу или нет все-таки? Бросок. И... Решили теперь не бросать, да, тут через защитника. И вот нет, бросок. Захара. И остается на самом деле сколько там? 7 секунд до выхода. Бросок и шайба в воротах. Вот так. И выход 1-0. Еще одна ошибка. Бросок и 5-2. Осмыслить происходящее довольно сложно. 6-2. Команда переживает некоторый кризис. Ух, и рукопашная пошла. Ну, Тольяттинцы так пробуют завестись, что ли, насколько я понимаю. В этом отрезке матча одну тольяттинца. Бросок и 7-2. Вот это да. Ух как. Удаление будет
в составе ладьи. Толетинцы там вдвоем. Защитники разбирались пока. Удаление будет в составе ладьи. Толетинцы там вдвоем. Защитники разбирались по активную игру. Провели, забросили всего две шайбы. Вот хороший момент. Бросок! И была возможность того шайба. И получится 2-1. Тимур Закиров. Ну, молодцом. Бортика, да, там диагональ метров на 25. Так, ух. Ух, такой пас голевой на соперника. Ух, такой пас голевой на соперника. Тоже переместится по меньшей мере в среднюю зону, но ненадолго. Бросок. Потерял шайбу из виды. Бурги. 6-1, 4-2 и две победы в Тольятти. Шикарный выезд. Команд. Бросок. И все-таки 10. Команд. Бросок. И все-таки 10. Чибизов здесь за воротами. Ну вот, Чибизов здесь за воротами. Ну вот, в каком смысле четверга вечера. Остается не так много времени. 87.